На осмотре невест в 1571 году победило три девушки. Как сложилась их судьба? Первое место – Марфа Собакина. После веселой свадьбы через 15 дней умирает, видимо, будучи отравленной. Второе место – Анна Колтовская. Стала четвертой женой Ивана Грозного. Но через 4 месяца он сослал ее в монастырь. Евдокия Соборова вышла за сына Ивана Грозного, Ивана, но через год тоже была отправлена в монастырь.